Следующие две композиции посвящены силе нашей великой страны России и могуществе нашей великой армии. В жизни каждого из нас есть пример для подражания. Попробуй найти его в себе. Кто для тебя герой? Трагедия в Одесском доме профсоюзов, жестокая расправа украинских радикалов над сторонниками антимайдана. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Частичка героев есть в каждом из нас, звездою внутри греет душу теплом. И если случается недобрый час, ты помнишь, что есть в твоем сердце добро. Вечно живут в благодарных сердцах, им покровительствует только Бог. Герои земли и в небесах, белою птицей летит самолет. Ой, добрые дела, небосвод и тобой озарится. В сердце тех, кому навсегда ты помог с пути не сбиться. Ей-ей, висят листы календари. Сложно проследить мотивы тех героев, которые в наши сердца закладывают гордость, воспитывают твердость, подвигают на рекорды. Герой военных конфликтов для сына просто папа. Грудью закрыл от пули командира, не заплакав, но уронил слезу, когда рука держала снимок, где в детском парке всей семьей стоят они в обнимку. Не сосчитать всех подвигов, что совершали деды, из цепких пальцев смерти вырвать нам победу. Бесценные поступки, судьбы города и страны. Жаль, что не все герои в лица попадают в кадр. Неважно, молод или стар, девчонка или парень, память героя, что в сердцах наших пылают. Для подвига найдется место, не зря же есть пословица: героем не рождаются, героями становятся. Способен и
для себя реши. Для себя, но только честно, что для тебя добро. Может, ты достоин, героем не рождаются, героями становятся. Спасибо. Большое спасибо, друзья.